Всем привет! Продолжаем смотреть на картины, на скульптуры, образы античной мифологии. Сегодня несколько слов о Ганимеде. Ганимед – это виночерпий богов, сын царя Дардана, Троя и нимфы Клероя. Говорят, что однажды Ганимед пас из стада своего отца, но необыкновенная красота юноши так привлекла Зевса, и тот, превратившись в орла, а по другой версии мифа, послав за царевичем орла, похитил его и принес на Олимп. Похищение Ганимеда очень часто сюжет в изобразительном искусстве, в произведениях Теохара, Кареджа, Рембрандта, Тальвацина, ну и других. Ганимед, простой юноша, стал иночерпием богов. Но вот, кстати, по другой версии, согласно поэту Феноклу, Ганимеда пленил Тантал. Это царь во Фригии, обреченный на вечные муки. Тантал похищал детей для услад Зевса. И, кстати, из-за этого произошла война фригийца Ива и лидийца Тантала. Ну, это по одной из версий. В честь Ганимеда названы спутники Юпитера Ганимед, которые открыли в 1610 году Галилея Галилеем, и астероид Ганимед, который открыли в 1924 году немцы, открыл немецкий астроном Вальтер Баде. Вот такая история про Ганимеда. Согласно Аристотелю, Ганимед был назван иночерпием Зевса, хотя боги и не пьют вина. А вот по Цицерону он подает богам нектар и амброзию. Был ли Ганимед любовником Зевса? Ну, это вопрос дискуссионный. И, в общем, разные авторы отвечали на него по-разному. Согласно Еврипиду, он живет на Олимпе и делит ложе с Зевсом. Это все, что я вам хотел рассказать о Ганимеде. Все, всем пока, всем привет. Посмотрите картины, которые я нашел в интернете. Пока-пока.